Партнеры проекта – стилизованная студия красоты «Гримерка», косметолог Кристина Бишарова, студия танца «Unite Project Crew», салон красоты «Монамур», кроссфит «Герой», женский клуб «Дама Треф», студия красоты «Лакшери Дивас», wellness-студия «Slim Club», психолог Руслан Хамитов, специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. В разные времена ценились и разные формы. Все помнят эпоху рубинсовских красавиц, эпоху твигги и топ-моделей. Но упругое и подтянутое тело актуально во все времена. Ведь здоровье – это самое главное. И это то, что легко потерять, а потом сложно купить. Решать только вам. Если вам от 18 до 65, вы недовольны своим весом или формами, у вас проблемы с уверенностью в своей красоте, тогда примите участие в реалити телеканала M-Television «Стройная и счастливая. 16 шагов к идеалу». Вы можете присоединиться к проекту «Стройная и счастливая. 16 шагов к идеалу» в любой момент. Справки по телефону 292-16-35, 8-917-36-99-999. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите телеканал M-Television, реалити-проект «Стройная и счастливая». На проекте наши участницы воплощают в жизнь мечту расстаться с лишним весом. И в этом им помогают лучшие специалисты города. Сегодня в программе вы увидите. Но тем не менее, наверное, все привыкли, что я всем помогаю. И оставляешь без внимания саму себя. И не надо на меня давить на проекте. Нет, нет, мы не абсолютно не давим, мы просто спрашиваем, что давление, понимаете, я чувствую на данный момент давление. Это не питание, это обжорство. Я люблю. Я люблю. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите канал M-Television, проект «Стройный и счастливый». У нас прошло 3 недели, и организм начинает сопротивляться. Что вы со мной делаете, да, и реагировать на что-то. То же самое будет, наверное, на 7-й и на 11-й, когда поднимается температура тела выше. Что произошло, Фаниса? Макияж меня удовлетворил полностью. Человек действительно профессионал своего дела. Высокий класс. Но в отношении парикмахера. То есть я знаю, что мне блондинкой вообще никогда не шло. И тем более сейчас при таком весе быть блондинкой, извините меня. Я понимаю, что человек профессионал, может быть, в каком-то своем деле, но надо учитывать еще возраст наш. Я предложила ему все-таки сделать, прокалорировать меня, как на сегодняшний день я выгляжу. То есть прокалорировать. Ты привыкла к своему образу, скажем так. Да, я привыкла к цвету волос. То есть, не готова меняться? Я готова меняться, но меняться – это значит подбирать цвет. Если я знаю свои плюсы, я знаю свои минусы. Сейчас идут такие разногласия, то, что я присутствую при этом, и я слышу, что Фаниса говорит, ну, ей предлагают цвет, она говорит, да. Когда был разговор о белом колорировании, то есть мелировка светлая. Сейчас начнем с того, вы пришли на проект худеть или преображаться как-то внешне? Я пришла на проект получить, стать здоровой и счастливой, а не получать, извините, как вчера дискомфорт. Лена, будем обсуждать мое поведение? Да. Давайте. Но не надо так из мухи слона делать, потому что действительно мне не понравилось, я сказала свое мнение. Мне не понравилась работа парикмахера. Мы уважаем твое мнение. И не надо на меня давить на проекте. Нет, нет, мы не абсолютно не давим, мы просто спрашиваем, что случилось. А я получила давление. Не, понимаете, я чувствую на данный момент давление. Хорошо, Фаниса, давайте успокоимся. Вы решили обсудить мое поведение? Хорошо. Нет, я просто спросила, что случилось. А я вам ответила. Я уже чувствую предвзятость на этой программе. Извините меня, я пришла на эту программу. Худеть? Похудеть и стать здоровой и счастливой. Но не тратить свою нервную систему. И не надо на меня давить. Извините, мы сейчас я женщина не давим, уже не в том возрасте. Эльвира, здравствуй. Почему пропускаем кроссфит? Еще и не одна, и не отпускает свою дочь. Ты представляешь? Ты была на вечеринке? Она в школе была. Хорошо, а ты? В учительской, видимо, сидела. Что случилось? Почему? Ты не смогла прийти? Мне не понравилось там с первого посещения. Что не понравилось? Поделись, пожалуйста. Сейчас расскажу. Первое посещение было такое. Она опоздала и занималась с другим тренером. У меня потом неделю ноги болели. После чего? Я не знаю, какие цели вы преследуете, но мне кажется, сейчас надо давать еще большие нагрузки для своего
своего тела, а не прятаться от того, что понравилось или не понравилось. Я посещаю фитнес в своем фитнес-клубе. Мне достаточно. Я посещаю фитнес. Хорошо. Я каждый раз с кровати встаю, ты понимаешь? Еще ложусь. Альбина, у тебя, по-моему, неделя была более приятная, да? Я на этой неделе побывала и на слиме, наконец-то полноценно, так скажем, чтобы вот на консультацию. Тамара Петровна, мне очень понравилось. Побывала в салоне красоты. Это мне понравилось. Тебе понравилось качество услуг, качество, и обслуживание само, да? Доброжелательное. И атмосфера. Атмосфера очень понравилась. Потом также мне понравилось, как меня подстригли. Ну да, вот я, например, такой темный цвет волос никогда не носила, но мне понравилось. Ну, неделя сама по себе была очень плодотворная. То есть я тоже была в слиме. Ты немножечко вялая, на мой взгляд. Она сегодня была зажигала. Сегодня вот очень интенсивный день. Расскажи, где ты была неделю, потому что она пришла сегодня в фитнес и засыпала, реально. Она просто не могла тренироваться. Ты, у тебя что, любовник появился? Давай, рассказывай. Что-то мне каждую программу, каждую передачу мне приписывают любовника. Наверное, скоро договорится кто-то, и, наверное, у меня это... Нет, не слушают, никто не слушает. Нет, я обманываю. Нет, я шучу, я люблю только тебя. Нет, я говорю, сама неделя была очень такая интенсивная. То есть по работе были такие большие загрузки. Вот, после работы, то есть встречи с диетологом, то есть я была в слим-клубе, то есть какие-то свои, то есть маникюры, педикюры, то есть какие-то свои дела были, да. Тебе нравится такой ритм жизни? Что-то изменилось, знаете, в твоем лично? Да. То есть изменилось вообще, вот полностью поменялся вообще мой принцип, вообще уклад жизни совсем поменялся. Любочка, у тебя как дела? Я, в общем-то, стремлюсь вперед. И, ну, мне нравится то, что, чем я занимаюсь. И хочу... Мы худеем, нет? Как весы домашние? Слушаются? Ну, домашние, да. Оценили немножко, что я как бы немножечко... Постройнела, что ли. Ирин, поговори с нами. Ну, эта неделя у меня была относительно спокойная. То есть я была в понедельник, сразу совместила диетолога и слим-клуб. Мне нравится это питание дробное. Мне нравятся эти... приготовление этой еды. Тебя не раздражает ничего? Абсолютно. В этом? Абсолютно. Ничего не возражает. Да, я устала есть. Очень я себе нравлюсь, прям любуюсь. С каждым днем все. И весы у меня изумительные. То есть ты соответствуешь названию проекта, да? На прошлых занятиях в кроссфите участницы просили немножко их пожалеть. Но в этот раз пощады не будет никому. Давайте посмотрим, как проходят занятия наших участниц. Добрый день, меня зовут Артур. У нас сегодня у девушек ожидает... Значит, первый этап будет тренировки – это суставная разминка. Второй этап – это разбор тяжелоатлетического движения. И третья часть – это у нас основной комплекс – это пилометрические движения. Давайте приступим. У нас суставная разминка – это начинается от головы, плечи, локтевой сустав, кисти, рук. Далее вращение таза, колени и голеностоп. Вращение головы у нас вправо, влево по 10 повторений в каждую сторону. Далее у нас плечевой пояс, это вращение плечами вперед, 10 повторений, и назад 10 повторений. Далее локтевой сустав, вращение в внутреннюю часть 10 повторений и в наружную часть 10 повторений. Далее кисти рук, вращение 10 вправо, влево. После этого у нас вращение корпуса вправо 10, влево 10. После идет таз, бедро, у нас вращение таза в правую сторону 10, в левую сторону 10. После этого мы переходим к нашим коленям. У нас ноги на ширине плеч. Вращение коленок наружу 10 и внутрь 10. Стопу не отрываем, обязательно у нас опора на всей стопе. И последнее упражнение у нас будет вращение голеностопа вправо 10. И влево 10. И другая нога. Далее мы переходим к тяжелоатлетическим нашим движениям. Это у нас будет в комплексе дня становая тяга, супермен и вращение блина. Так называемое упражнение – это камазист. Первое упражнение у нас – это становая тяга. Сегодня мы отрабатывать будем ее с палкой ПВХ. Опускаемся на пол с прямой спиной, берем штангу с пола, также с прямой спиной. Хват у нас большой палец от края бедра,
Грудь поднята, взгляд прямо перед собой, ноги на ширине плеч, опора на пятках на внешней стороне стопы. Наша задача – увести таз назад и вниз и штангу опустить по бедру до середины голени. При этом смотрим прямо перед собой, спина прямая, грудь поднята. И наверх ведем по голени, по бедру до полного выпрямления. Верхней точки мы плечи отводим назад, лопатки сводим. И еще раз. И сбоку. Грудь поднята, спина прямая, взгляд прямо перед собой. Опора на пятках на внешней стороне стопы. Таз идет вниз и назад. Штангу ведем по бедру до середины голени. В нижней точке мы плечами штангу накрываем. Штанга у нас идет всегда по прямой плоскости. Это у нас было первое упражнение. Второе упражнение у нас будет супермен. Или, как в простонародье говорят, человек-паук. Вытягиваем руки, ноги вперед-назад, взгляд прямо перед собой. Наша задача поднять левую руку и правую ногу. Опустить. Другая часть. Правая рука, левая нога. И так на каждую конечность по 10 повторений. И третье упражнение у нас будет камазист. Наша задача на прямых руках вращать блин вправо-влево по 10 повторений в полную амплитуду. Это у нас была вторая часть, тяжелоатлетическая. И третья часть, это у нас пилометрическая, основная наша тренировка. Вышагивание назад, такое упражнение. Наша задача принять позицию в упоре лежа. Ноги у нас под тазом. Наша задача сделать вышагивание назад на обе ноги. Раз, два. И вернуться в исходное положение. Три, четыре. И таких 20 повторений. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это у нас первое упражнение. Второе упражнение у нас. Ноги у нас в упоре на тумбе. И наша задача проработать мышцы брюшного пресса. Наша задача откинуться назад. Руки касаются пола за головой. И тянемся к носкам. Смотрим прямо. Вдох на опускание, выдох на подъеме. Третье упражнение – это у нас вращение блина, но уже вокруг своей оси. Наша задача – взять блин прямо перед собой. Руки можно чуть согнуть в локтевом суставе. И прокручиваем блин в правую сторону 10 раз. И в левую 10. Прорабатываем мышцы плечевого пояса. И последнее упражнение в нашем комплексе – это колени к груди в прыжке. Поочередно правую коленку, потом левую. Наша задача, руки у нас перед собой. Поднимаем правую колено к груди и выпрыгиваем. И левую также. И поочередно. Вот и все, в принципе, вся наша сегодняшняя тренировка. Конечно, было немножко сложновато, потому что уже как бы раз от раза все больше и больше нагрузки. Да нет, я бы сказала, что тренировка для меня не так тяжела показалась. Все было круто, я вообще молодец. Вообще появилось ощущение легкости, комфорта какого-то, такой драйв появился.